Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить домашний супчик с крапивой. Для этого нам понадобится 1/2 крапивы в количестве 0,5 кило, курица или ее части, можно взять 300 граммов, мы взяли больше, морковь, лук, укропчик, 1 яйцо и картофель. Тоже по желанию, насколько вы любите густой суп. Сметана для заправки супчика. Значит, хочу сказать, что крапива — это не только сорняк, но и растение, которое богатое очень витаминами. Весной, когда наш организм нуждается в витаминах, такой супчик очень будет полезен для нашего организма. Так что давайте приготовим его вместе. Курицу мы выкладываем в кастрюлю и ставим ее варить на плиту. Доводим до кипения и опускаем в нее картофель. Нарезаем лук для обжарки. Нарезать его нужно мелко. Натираем на крупной терке. Лук мы обжариваем вместе с морковью. Картофель мы нарезаем мелко. Бульон наш закипел. Мы кладем в него картошечку. Подсаливаем. И варим картофель до полуготовности, что почти он готов, чтобы он разламывался. Крапиву мы будем нарезать тоже мелко. Хочу сказать, что если вы боитесь, что крапива колется, можно ее заранее обработать кипятком. Я этого не боюсь, поэтому я ее нарезаю так вот. Жесткие стебли мы нарезать не будем, только листочки. Смотрим, проверяем наш картофель на готовность. Он у нас практически готов. Кладем сюда нашу обжарочку. Кладем нашу крапиву. Разбиваем яйцо. Его как следует разбалтываем. И кладем в наш супчик. Вводим его в супчик. Помешивая его, чтобы оно у нас равномерно распределилось. Яйцо у нас хватило сразу же, это видно. И сейчас кладем по вкусу лавровый лист, перец и специи, какие вы любите. Нам достаточно лавровый лист и черный перец. Значит, суп мы еще варим ровно 5 минут. Выключаем и даем ему настояться. Супчик наш готов. Он очень полезен.
Крапива превосходит в несколько раз по содержанию витамина С лимон. Также в нем много витаминов группы В, много витаминов и микроэлементов других. Так что укрепляйте свое здоровье, кушайте и готовьте вкусно. Пожалуйста, готовьте вместе с нами. Приятного вам аппетита и спасибо!